По дорогам Мурманска начали курсировать скрытые машины ДПС. До 12 февраля сотрудники ГИБДД проводят мероприятие «Встречная полоса». Полицейские надеются, что таким образом удастся повысить дисциплину на дорогах. Слово Ольге Сотниковой. Дорожные полицейские осваивают новые методы борьбы с правонарушителями. Скрытое патрулирование в рамках профилактического мероприятия «Встречная полоса» проводится 3 раза в неделю на автомобилях-ловушках без опознавательных знаков. К сожалению, по статистике за январь мы констатируем рост аварийности на территории Кольского района. В январе месяце как раз по вине водителя, который выехал на встречную полосу, было совершено тяжкое дорожно-транспортное происшествие, при которых погиб пассажир. Вот, поэтому наша задача сейчас сохранить как можно больше жизни и здоровья гражданам. Полдень. Одна из улиц города Кола. Водитель джипа на скорости пошел на обгон и совершил маневр уже после знака. Нарушение фиксирует видеорегистратор. Останавливать нарушителя будет уже другой патрульный, которому тут же передают информацию по телефону. За нарушение правил дорожного движения в сфере обгона, то есть данный гражданин в зоне действия дорожного знака 320 обгон запрещен, совершил маневр обгона впереди движущего транспортного средства. С начала года в Кольском районе выявлено 111 таких нарушений, из них 15 с помощью скрытого патрулирования. Наказание за такое нарушение – штраф 5000 рублей. По словам самого водителя, совершил он это по невнимательности. Согласен. Почему нарушили? Торопился. Часто ли вы нарушаете? Первый раз. Какой размер и что это за штраф вообще, расскажите? 5000 нарушение на встречку. Ну, если все нормально, суд постановит 2,5. Такой способ контроля помогает дисциплинировать водителей и снизить количество выездов на встречную полосу. А главное, повышает безопасность на дорогах. Скрытое патрулирование в усиленном режиме продлится до 12 февраля.